Бионорд победил. Таков результат короткого дорожного эксперимента. Напомню, с началом сезона красноярцы просто завалили городскую администрацию жалобами на этот современный реагент. Поэтому проезжую часть сразу в четырех местах на Свободном, Игарской, Белинского и Керенского решили временно подсыпать по старинке песчано-солевой смесью. Две недели спустя в управлении дорог пришли к выводу, что опыт оказался провальным, грязи на улицах стало больше, да и безопасность повысить не удалось. Так что лед на экспериментальных участках, как и на других дорогах Красноярска, снова будут топить бионордом. Несмотря на обработку проезжей части песчано-солевой смесью, оставался снежный накат, что небезопасно для участников дорожного движения. Данная информация подтверждается госавтоинспекцией. Так, на улице Керенского в этот период возросло количество дорожно-транспортных происшествий, связанных именно с плохим сцеплением с дорогой. И также на обочинах и газонах на данных участках наблюдалось достаточное количество песка, который необходимо будет убирать.